В эти выходные в поселке Белая гора Абыйского района состоялись торжества, посвященные 80-летию начала регулярного судоходства на реке Индигирка. В праздничный день для увековечивания труда речников Белогородского речного флота открыли памятную доску руководителям на аллее речников. Также в этот день завершили юбилейную навигацию и по традиции был спущен флаг. В социально-культурном центре прошло чествование речников и путейцев Индигирки. Они получили заслуженные награды, поздравления за многолетний добросовестный труд. Поздравляю с юбилеем, с 80-летним судоходством на реке Индигирка. В этом году мы успешно провели навигацию. Ежегодно навигация на реке Индигирка проходит в два тура. Это первый тур Момская навигация и второй тур Арктическая навигация. Можно сказать, мы успешно провели обе навигации. Груз, запланированный груз полностью доставлен до пунктов назначения. Все суда наши выполнили и перевыполнили производственные планы.